Поехали. Всем привет. Написал вам, когда в чате, думаю, такая, интересно написал, сколько у меня, правда, уходит времени на сбор чемодана. Вот смотрите, я ведь специально как бы говорю, что я, да, утром встала, умылась, привела себя в порядок, сейчас вот быстренько бигуди снимаюсь, да, вот, и хочу показать, посмотрите, сколько времени, вот в 11 часов, на часы, пожалуйста, можно, в 11 часов мне надо выйти, у меня в 11 часов такси, вот, и в принципе... Я уже лично сама красотка, вообще не то слово, вот, и начинаем собирать чемодан. Это не эксперимент, это примерно так всегда и происходит. Я вам уже говорила, что есть порядок в голове, примерно я знаю, у меня дома все лежит на своих местах, вот, в чем я буду одета, обута, я тоже уже заранее засыпая, просыпаясь придумала. Сейчас задача только все это собрать по всему дому, и мы реально посмотрим, вот время сейчас... ну, скажем так, 37 минут 11-го, вот, как я в голове у себя это все продумываю. У меня 5 пунктов, как бы, которые я должна загнуть, и всегда очередность именно такая. Первое, я что начинаю, это у меня обувь, да, как бы, первая обувь, вторая одежда, третья мыльно-рыльная и прическа, да, обувь, одежда, мыльно-рыльная прическа. Потом все, что мне нужно для семинара, это всякие тетрадки, книжки, флешки и все остальное, там зарядники и так далее. То есть вся техника, все, что связано с семинаром или с поездкой на конференцию. И пятое, это документы, это в случае того, что если мы летим. Итак, как бы время пошло. Фу! Так, значит, мы начинаем с обуви. Однозначно мне надо на низком. Вот, и так как я... Ну, я понимаю, что я на каблуках не ходок, вот, я прям на низком и поеду, нефига выпендриваться на каблуках, у меня чемодан и так далее. Вот, поэтому на низком у меня уже есть, да, как бы сумочка уже лежит, под это все дело. Так, пошли обувь. Кстати, чемодан стоит, вот оно, да, я его реально еще даже, вот, видишь, с прошлой поездки у меня даже тут не оторвано ничего. Сейчас, быстренько, обязательно надо отлепить, чтобы ваш чемодан никуда не уехал. Потому что вот эти все значочки, они считываются, и вместо поездки на конференцию ваш чемодан улетит куда-нибудь, не знаю. Так, значит, смотрите. У меня простенький чемоданчик. Вот, даже здесь это. Тапки не буду в новотель брать. Почему? Потому что там везде ковролин. Я в номере не планирую быть, планирую с вами общаться, планирую быть на сцене, бегать. И поэтому мне тапки стопудово не нужны. Как бы я их оставляю. Здесь до лучших времен. Значит, мы с вами начинали с обуви. Значит, мне нужны одни туфли на один день. Так, на второй день я беру вот эти. И еще у меня есть туфли любимые, где-то сейчас я поищу. Нейтральные такие, знаешь, бежевые, а у каждой женщины должны быть бежевые туфли. Так, где-то они у меня здесь. Вот они. Ага. Бежевые туфли, которые как бы всем всегда подходят и всем всегда нужны. Вот, и все. Хорош. Три пары обуви на три дня. То, что нужно. Так, обувь взяли. Теперь поехали одежду. Значит, одежду мне нужно два платья на два вечера. Да, мне нужны два костюма, да, там сколько нас, три дня, да, три костюма, два платья на вечеринке, ну и как бы что-то такое, в чем я буду там в номере, да, там еще где-то. Вот, еще одна фишка. Я, конечно же, покидаю сейчас белье, да, я вам тут покажу, и белье всегда в отдельном пакете, причем, знаешь, такой пакет желательно непрозрачный, потому что, ну, это такая привычка с конференции, уже много раз было, когда... Вскрывали чемодан, вдруг там что-то непотребное, или перевес, или еще что-то. И когда вы со своими трусами и лифчиками по всему аэропорту бегаете, это жесть. Поэтому привычка уже, значит, то есть белье у меня отдельно, здесь на все три дня хватит, что одеть под какое-то. И, кстати, вчера купила, видишь, на ход ноги положила колготки. Ну, честно скажу, как бы хожу, когда здесь каждый день по Серпухову, по Чехову, по офису, не всегда одеваю. Сейчас еду на семинар, сходила вчера, купила восьмерочку, две штуки. Вот, ну, потому что как с голыми ногами можно быть. Поэтому белье, это то, что такое, как бы, изнутри, да, белье и колготки. Так, кладем, есть. Так, это что-то у меня такое, это у меня сумочка. Сумочка, кстати, здесь какая-то фигня. Сейчас мы это все выложим. Это подарки из Калининграда. Сумочка одна нужна, какая-нибудь это вечерняя, да? Ну, пусть будет, коснется, у нас есть. У нас же две вечеринки, будет куда хоть это. Телефон мобильный положить. Сумочку оставляем. Так, поехали. Значит,
Платье. Я уже все знаю. Вот у меня одно платьишко. Вот у меня второе платьишко. Специально, знаете, не мнущееся такое беру, чтобы потом не мучиться и не бегать. А где погладить? Вот еще одно платьишко. Вот оно одно платьишко. Сейчас мы это все сложим. Ну, в принципе, нормально. Так, поехали. Все очень быстро. Раз, два, три. Чик, положили. Второе платьишко. Раз, два, три. Положили. Еще одно платьишко. Вот так. Раз, два, три. Положили. Это все, что у меня не мнется. Я могу складывать, как хочу, да? Это тоже пригодится. Положили. Вот. Потом у меня есть, конечно, костюмы, пиджаки. Это отдельный разговор. Вот. Если что-то такое, вечернее платье какое-то крутое или пиджаки, они у меня вот просто только из химчистки, я заранее почистила все. Да, и я обязательно беру вот то, что нужно, то, что мнется, то, что такое дурацкое платье какие-то вечерние. Они у меня всегда на вешалке, и я делаю вот так. Смотри, берешь с вешалкой прям. Вот, и это я буду класть последнее, оно у меня висит, как правило, на ход ноги. Вот, и вот так беру раз, да, вот как бы, чтобы большое вот здесь было на ширину чемодана. И два. Вот, вот, и получается вот такая вот как бы штука вместе с вешалкой. Когда приезжаю, прям вот из чемодана все, что мнется, вытаскиваю. Вот, как правило, в номерах есть какая-то неопределенная влажность, за сутки все отвисится, если это все отглажено заранее. Я практически никогда не глажу, никогда практически не глажу ничего. Вот, поэтому это у нас отдельно все вот сюда вот положу. Значит, дальше обувь взяли на три пары, под два платья. Одежду взяли, что у меня там три платья, вот два пиджака, белье взяла, колготки взяла, все нормально, пошли, мыльно-рыльная. Так, мыльно-рыльная у меня и прическа. Мыльно-рыльная прическа. Вот здесь вот у меня это косметичка. Косметичка, моя любимая косметичка. Вот, и сейчас я в нее что нужно? Чем смыть глаза? Да, однозначно взяли. Вот, пошли в ванну. Сейчас же там все лежит, как бы что нужно. Да? Забираем. Берем щетку, паста, опа, дезодорант. Как бы обязательно у меня, знаешь, проблема всегда в чужой воде. Кондиционер у меня такой, знаешь, я его специально не мою, ну, в смысле, здесь оставляю, чтобы легче вести, чтобы там на конференции его оставить. То есть кондиционер я обязательно не могу. Вот, шампунька, какую-нибудь маленькую шампуньку. Вот, ну-ка, вот такую. Хотя, знаешь, в номере там будет стопудово, как бы, но я просто возьму, как бы, шампунь, волосы, это у меня больной вопрос. Так, шампунь, чем умыться? Так, крем у меня здесь лежит, знаете, честно скажу, не беру ночной, дневной, нафига это таскать, у меня здесь лежит один универсальный, который я буду и днем, и ночью использовать. Так, это взяли, дезодорант зубы, это, так, что-то еще я хотела. Угу. А, вот, волосы же мне надо, волосы у меня, я пользуюсь пенкой, вкладываем пенку, отлично, лак, Никит, дашь мне лак свой? Для волос. Да. Дашь лак? Можно? Да, бери. Давай. Ну, лак у меня вражеский, сразу скажу. А где он? А, вот. Вражеский лак, потому что мои три волосинки нашим лаком почему-то не держатся. Это мы взяли. Потом у меня вот здесь, вот помните, я говорила, что мыльно-рыльные волосы. Вот у меня моя любимая косметичка. Здесь все навалено, чем я буду краситься и так далее. Как бы все здесь, даже думать не надо. Все это есть. Тоже прям сюда кладу. Так, волосы, ага, и к волосам бигудюшки и расческа, да, бигудюшки я вот они свои собираю, вот, и эта косметичка у меня всегда ассоциируется еще, что я должна в нее таблетки положить, вот, неважно, насколько я еду, у меня есть какой-то свой набор таблеток, сразу сейчас скажу, вот. Ну, что в набор таблеток ходит? Ну, пластырь обязательно, потому что, понимаете, сейчас как бы жарко и все остальное. Обязательно модный пластырь, который на один раз на три дня приклеил. Вот. Потом, девочки, вы знаете, что здесь лежит? Это для девочек. Вот. Ну, и как бы набор таблеток тут какие? Сейчас скажу. Башка у всех болит, поэтому у меня тут лежит спазган.
у меня тут лежит от аллергии таблетка, у меня лежит волокордин, а вдруг там кто что-то, какую новость, какую узнаем от Михайлюка. Вот, поэтому, ну, какой-то стандартный набор таблеток, причем, знаешь, как бы они у меня, как правило, не используются, проходит срок годности, и я их выбрасываю. Но мне на душе легко, когда я кому-нибудь, как Чип и Дейл, какую-то помощь окажу. Поэтому я в свою вот эту сумочку, которая у меня там с этими, я обязательно все туда кладу, таблеточки, вот это, вот это. Все, как бы, а, и еще, смотрите, видите, я обязательно все, что касается всяких шампуней, о, духи надо взять. Так, чем подушимся? Ну, возьмем и клад, чтобы не сильно не воняло и чтобы это никого не раздражать. Вот, Дезик взяла, я взяла. Вот, то есть обязательно все убираем в пакет, потому что в самолете вакуум, обязательно дезодорант выльется, шампунь откроется, вот от перемены вот этого. Но мы сейчас как бы не летим, но привычка осталась. Вот, поэтому я вот так это все в пакет, потому что все, что может вылиться и разлиться, все должно упаковываться. Вот, сейчас мы это вот сюда вот, так, это вот так, это вот так, ух, тухли, вот так, и вот это самое такое, вот так, вот так, опа, шеф. Все, здесь у меня все лежит. Там у меня сейчас проверяю колготки, белье, платье на одну вечеринку, платье на другую вечеринку. А, брюки. А, юбка. А, ну я буду в платье, а с пиджака у меня будут штаны и будет это. Нет, все нормально, здесь все, в принципе, можно закрывать. Так, по нашему списку. Ой, еще видишь, какая-то осталась. Вот, по нашему списку сейчас пройдемся. Значит, обувь взяли, на низком обязательно. Вот, второе, одежду взяли. Третье, мыльно-рыльные таблетки и для прически взяли. Теперь для семинара. Для семинара мне нужен что? Все зарядники, все ноутбуки. Ноутбук уже стоит с вечера, приготовила, да? Ноутбук с зарядкой. Значит, мне нужна флешка. Обязательно с собой флешка. Хочу сказать, что флешку, спасибо, Москва-Сити подарили, да, такая как бы на 32 гигабайта, но она у меня всегда в кошельке, поэтому флешка однозначно у меня с собой уже есть. Так, пошли зарядку от айфона. Берем зарядник от одного телефона, потом мне нужен зарядник от, как это, ну, чем заряжают, Никита, этот телефон, дополнительный, от батареи дополнительный. Так, это мы взяли, потом... Чем писать? Все, у меня тут, как бы, знаешь, это помойка такая. Вот тут у меня всякие ручки есть. Тетрадочку я ее ношу и с ручкой, в чем буду для себя какие-то конспектировать, я вам уже говорила. Это все есть. Вот, ну и так как это называется, посидим на дорожку, что нужно-то вспоминаем. Теперь пятое, осталось документы. Документы проверяем, билеты на самолет. Вот, как бы, паспорт. Паспорт здесь, все положили. Так, 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 помните, я вам говорила, визитки я взяла, визитки, все у меня здесь, где у меня визитки, а, вот это зарядник у меня лежит уже, да, я его зарядила заранее, вот, ну и визитки тоже у меня, наверное, в этом, вот, ну вот, в принципе, наверное, все, у меня чемодан готов. Все там сложено, к семинару я готова, это. Ну, я, конечно, мокрая, вот. Но давайте посмотрим, сколько времени, идите сюда. Вот, времени без 10, то есть мне понадобилось, в принципе, чтобы собраться 13 минут. Я не знаю, рекорд это или нет, но примерно так я собираюсь. У меня еще есть 10 минут до такси, чтобы выпить кофейку и спокойно спуститься. Вот так собираюсь я на конференции. До встречи!